Я у вас еще раз спрашиваю, вам подписчики пришли? Вам живая аудитория пришла? Пришла. Если вы думаете, что вы самая умная, оскорбив меня и попросив максимальный репост везде, ваши конкурсы станут успешнее? Нет. Поэтому я желаю вам женского счастья, чтобы вас ебали и чтобы у вас не было времени на подобную хуйтень. Вот, чтобы вы занимались своей личной жизнью, отдыхали, получали Мальдивы, подписчиков, какие-то сумки, о которых вы пишете. Ты меня сейчас будешь пугать. Поверь мне, я уже пуганая. Поэтому сиди на своем балконе в Ялте, пей вино, проводи свои малобюджетные конкурсы. Отдыхай, еще раз напоминаю тебе, да, что в предыдущем сообщении я пожелала тебе женского счастья, то есть ебли, чтобы ты занималась, чтобы, ну, делом, а не подобной хуйней.